Накануне вечером на улице Южной рейсовый автобус сбил пешехода. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в дежурную часть ОМВД поступило в 20 часов 30 минут. В настоящее время госавтоинспекторы разбираются в причинах случившегося. По одной из версий, пешеход гулял с собакой, находился в состоянии алкогольного опьянения. Собака дернула пешеходу на дорогу, и мужчина... Получилось так, что перебегал проезжую часть в неспециально установленное для этого место перед близко идущим транспортом. В результате на него был совершен наезд маршрутного автобуса. Мужчина упал от удара автобуса на проезжую часть дороги. Прибывшая бригада скорой помощи на место, оказали ему помощь на месте, доставили в Лабутнанскую городскую больницу для дальнейшего оказания помощи. Мужчине рекомендовано обратиться, в больницу для лечения.